КНДР произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщает Рейтер, ссылаясь на правительство Японии. По словам военных, ракета пролетела над территорией страны и упала на расстоянии примерно в 1000 километров от мыса Эримо на Хоккайдо. По их предположениям, выпущенная ракета была баллистической, Хвасон-12. После этого в Японии на время приостановили движение скоростных электропоездов и обычных электричек. Есть информация, что и в Южной Корее повысили боеготовность вооруженных сил. По новому ракетному пуску КНДР уже сегодня Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание. Отмечу, что это уже второй запуск Пхеньяна за последние дни. В минувшую пятницу Северная Корея запустила 3 ракеты малой дальности. Пока никаких сообщений об ущербе не было, но этот запуск представляет огромную опасность для нашей страны. Также это угроза миру и стабильности во всем регионе. Мы считаем действия КНДР неприемлемыми. Мы предпримем все необходимые меры.